Тюмени подвели итоги конкурса «Миссис Уральского округа». Обладательницей главного титула стала Алена Титова из Шадринска. А «Миссис Тюменью» Яна Уманская. Обе девушки будут представлять наш регион на всероссийском конкурсе с 31 мая по 3 июня. Сами участницы признались, что именно поддержка мужей помогла им дойти до финального этапа. Ну а главными двигателями к успеху стали дети. Я очень люблю свою маму. Она красивая, умная, заботливая. Еще она любит всю свою семью. Напомню, борьба за корону в областном центре началась с 1 апреля. Раз в неделю каждая из девушек должна была проявить себя в мастер-классах, показах, съемках. До финала дошли только 14 конкурсанток. Думали, что будет даже где-то сложнее. Оказалось, все намного проще благодаря нашим организаторам, постановщикам, фотографам. Они нам очень помогают, и от этого легче становится.